шести двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видов и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видов и тощих плотью, и стали поле тех коров на берегу реки. И сели коровы худые видом и тощие плотью, семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на том стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тощих и сушеных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волков Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было такого, кто бы истолковал его фараону. Начерпью фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в эту ночь, и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, и тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою. И пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А от тебя я слышал, что ты умеешь толковать сны. И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. И сказал фараон Иосифу: мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Ну вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие худые коровы прежних семь коров тучных. И во
вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала, и я проснулся. Потом снилось мне, вот, на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших, но вот, после них выросло 7 колосьев, тонких, тощих. Иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает что? Он возвестил фараону, что он возвестил фараону. 7 коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет, сон один, и 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет, так же и 7 колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает то. Он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие. В земле египетской истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который преследует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторится фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведение фараона в пищу, и пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут на земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. Ха-ха-ха. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие,
то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твое слово держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею египетскою. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон!» Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей по всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Патиах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Елипольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же 7 лет изобилия приносила, и зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песка морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Елипольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле,
египетской. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.